Как и обещала, снимаю, вот показываю куст пиона. Какие шикарные цветы. Ой, и кошка моя тут бегает. Вообще, какие цветочки классные. Так, надо поливать уже. Вот 2 дня назад, наверное, поливали. Да, засохло. Надо сказать, что полили. Такой классный куст. И кошка моя пришла. Мурзилка лазит тут. Ой, какая прелесть. Красотища. А вот тут почему-то вот что-то как не завязался, что ли, непонятно почему. Такой вот бутон какой-то. То ли поел его кто-то. Очень красивый куст. Куст у меня, он весь почему-то рассыпался, какой-то вот так вот, розовый вот такой. У меня тут птицы прилетели, такие красивые, но я их не смогу снять. Вот такой вот куст, вот такой пион. Он какой-то вот, то ли на солнце выгорает, что ли он бледный такой, там поярче. Да киса, уйди, а! Вот. Он весь распался, и тот белый-то весь он компактный какой, а этот вот развалился почему-то там, хотя у него вот здесь вот опора стоит, а он вон мимо уже растет, его уже делить нужно. Густой, это уже в августе, наверное, как-то вот так, что ли, снять. Не знаю, как на видео, но вообще красиво. А вот здесь у меня куст жасмина. Кошка за мной везде ходит. Вот такой вот кустище. Большой. Такой запах стоит. Ой, аромат вообще обалденный просто. Запах. Хочется есть его. Этот запах. Такие ветки. А здесь вот виноградом с диким заросло. Вот. Ну что еще? У меня вот тут вот есть туя. Ой, как ее показать? Вот так как-то. Не знаю даже как. Она высокая. О, не могу. Срезали ветки весной, так вот скинули и не сжечь и не вывезли, потому что здесь вот заросло все вишней, вишняком. Сын вырубил и не вывезли, так и остались они тут. Не буду я показывать это. Наверное, нужно вот, думаю, здесь потравить, что ли. Как это все вывести, не знаю я, потому что невозможно. Тут это перекапывать, это очень тяжело. Ну вот, вот такая туя. И на ней в этом году. Да ну что ты, кошки прям под ноги лезут, а? На ней вот такие шишечки. Первый раз. А лет ей уже, ой. Мне кажется, ей, наверное, лет 10-9, наверное. Ростом она выше меня. У меня рост 1,65 м, а она выше. 1,02 м, наверное, она получается такая большая. Не могу я ее полностью снять, чтобы прям вот видно было. Кошки прям в ногах путаются. Ну, в общем, вот
Вот такой кустище у меня красивый. Еще раз показываю. Уходить отсюда прям не хочется. Вообще аромат очень сильный от нее. Ну вот. То, что у меня тут были лилии, показывать я не стану, потому что они у меня пропали. И здесь все нужно перекапывать. Цветов тут нету. Да и теперь я даже не знаю, как вот этот куст весь разросся. Он маленький был, ну такой. Веток поменьше было. И место было побольше для цветов. И у меня тут была грядка с лилиями. А теперь все затенено. Скорее всего, я тут все просто лилии остатки уберу. И, ну, не знаю, может быть, какие-то... Не знаю, что посадить. Однолетние, может, цветы. Ну вот, в общем, вот такая красота. Вот такая красота.